1-0 у столичной Астаны. И начались поединки уже между Иртышом и Джаиком, а также между Стайсаром и Джипесом. Щеткин с мячом. 1-1 выходит под углом. И как он хитро обводит вратаря, и гол! Вот и первый дубль в чемпионате. Алексей Щеткин забивает свой второй гол в этом матче и в этом чемпионате. Посмотри, какое мастерство незаурядное проявил этот форвард. Как он обыграл вратаря таким тонким ударом. 2-0, Тобол впереди. Не забиваешь ты, забивают тебе. Пытались там. Рау, Щеткин оформляет в итоге дубль. Щеткин кого-то подзывает к себе, чтобы... Кто это, Молдокараев? Мы сейчас посмотрим. Смотрим повтор уже концовки эпизода. И посмотри, как он подсек мяч. И великолепный гол. Очень жаль, что повтор не показывает нам, кто сделал эту великолепную передачу на Щеткина с центра поля. Так, три игрока